Всем привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Мы приехали. Отдых не могу сказать, что был прекрасный, но встряска получилась хорошая. Да, я вот курочек выпустила уже, иду посмотреть, что они мне тут, что тут по яйцам. О, а тут прекрасно по яйцам. Вот мы сейчас тут и будем. Вон там лежат, там лежат. Сейчас я их... Как раз у меня вопрос отпадает, что делать на завтрак. О, красота какая. Да. Что-то прям что-то. Так. Домашненькие. Домашненькие. Они тут работали. Молодцы. Ой, вот еще вот до тех долезть. Тут, чтобы яйца собрать, тоже непросто. Нужно фитнесом. У меня тут сплошной фитнес. Нужно быть очень подвижным и гибким человеком. Потому что они... Курочки. Больше ничего нету. Курочки. Клеток много, но они, конечно, их раскладывают там, где им удобно. Ну что, по-моему, неплохо. Ой, да можно еще и блинчиков наделать. Да. Да, Чифуль? Как ты, мой красавчик, здесь? Никто не обижал? Дождик у вас был тут, лил постоянно. Бабушка вон варила кашку курочкам. Да, а листва-то, я думала, честно говоря, больше осыпется. А она, оказывается, еще и не очень осыпалась. Нормальненько. Вот, бабушка курочкам варила здесь, кошечкам варила. Увеличила поголовье кошачье, посчитала. Она сказала, говорит, в общем, к нам теперь много народу, говорит, ходит кушать. Уже 12 ходят. Ну, в общем, бабушке тут тоже скучно не было. Да. Так что встряска получилась в этот раз замечательная. На оконцовку еще, не на оконцовку, а, наверное, где-то посередине, после всего этого, видимо, наверное, как стресс, у меня еще и горло заболело. Ну, в общем, нормальненько все. О, дети носятся. Мама, дети. Сидит, ждет завтрака. Да. Сейчас там бабушка чего-то там наварила, сейчас принесет все. Ой, ну тут вообще у нас еще прям лето полным ходом. Сейчас небольшой обзор с вами сделаем. Груши висят. Кстати, вкусные. Нормально, даже еще не осыпались. Вот. А я даже воду еще даже не закрывала. Надо будет мне воду закрыть. Уличную. Да, листвы еще много на деревьях. Сейчас как раз очень хорошо можно определить, вот какие груши, конкретно по грушам, да? Вот дерево стоит, совсем без листвы. Это груша летняя. Она рано дает плоды и рано сбрасывает листья. А вот на тех грушах, которые сейчас еще листья, на тех грушах еще, значит, имеется в виду, что эта груша еще осенняя. Это как раз, это такой вот, ну, наверное, из опыта уже. Из моего, наверное, опыта. Если покупать сейчас, кто-то собирается сажать,
деревья грушевые, да, то вот смотрите, если у вас еще на дереве есть листочки, значит, это будет осеннее дерево. Я думаю, что по яблокам также. А вот если их уже нету, то это уже будет летнее. Видите, вот это вот осенняя груша. Вот и это осенняя груша. Листьев много, еще даже дерево не собирается их сбрасывать. Здесь уже нет листочков. Ну чего, все хорошо. Так, здесь тоже, в принципе, все хорошо. Я думала, правда, больше листочков опадет. Но были дожди, а если дожди, это же не снег, поэтому не так быстро все и осыпалось. Так, ну вот актинидия или киви, это, конечно, нежное такое растенице. Я имею в виду про плоды. Само растение нормальное. И зиму хорошо выдерживает. Я про плоды. Они, конечно, уже точно все осыпались. Но вот кое-где есть. Да? Сейчас я вам попытаюсь сфокусировать. Вот, видите, еще висит. Но это потому, что более крупные. Мелкие они более... быстрее осыпаются. Так, а сейчас я вам просто покажу, что это действительно маленькая киви. Смотрите, видите, все как у киви, все как у киви, видите? О, и листу, ой, эти и косточки, и вот все, и растет прям все как у киви. Ой, а сладкое какое! Обалдеть! Так что, если соберетесь сажать, если захотите сажать, то ничего не вымерзнет, не бойтесь. Но единственное, конечно, на открытом совсем вот в поле, наверное, придется чем-нибудь, может быть, по первому времени укрывать. И сажайте сразу несколько растений. Имеется в виду мужское и женское. Я брала, по-моему, на 5 женских, одно мужское. По-моему, вот как-то вот так вот. И сажала все здесь рядом. Но у меня ничего не вымерзло, потому что здесь у меня как стена из туи. Да? Сейчас попробую вам показать. Вот, стена из туй. А перед ними я как раз посадила вот эту актинидию. И она прям шикарно себя ведет. Это лиана такая большая. Можно, в принципе, рядом с деревом где-то, с домом где-то посадить. И тоже будет очень хорошо себя чувствовать. И будет у вас такой прекрасный какой-нибудь угол дома. Или забора. Вот в таких вот плодах. Вот, что еще? Что еще? Ой. Виноград, я по поводу винограда переживала, а так мы, конечно, какие красивые грозди. Но это я, наверное, все равно, я так думаю, я, наверное, залезу. Какая красота! Это мне стремянку надо будет принести. И это срезать, да, эту красоту. Вот, внизу. Внизу только вот такие маленькие, а наверху более красивые. Там солнышко больше, и там, конечно, ягоды будут сейчас сладкие. Так. Ну что, сейчас еще пройдем. Ой, какая красивая листва от калины. Так. Где-то калина уже осыпалась. Да, эту калину мы просто пересаживали. Она более маленькое дерево, поэтому она еще даже и не сыпала свои листочки. Ну что? Так.
Здесь у меня все заброшено. О, щавель есть. Можно и щавелевые щи еще сварить. Так. Ой, а здесь розочка. Красота. Красота. Ого, интересно. Значит, идея-то моя не очень с этим. А, нет, это прям растет, растет. Потому что вот здесь, наверное, надо было впритык. Как-то вот здесь вот или загибать. Растет оттуда. Я думала, из этого нет. Значит, это вот здесь вот просто надо загнуть дорожку вот эту вот мою. И все-таки нет, идея неплохая. Требуется небольшая доработка. Так. Вон огурцы лежат, ждут. Курочек надо будет им сорвать, отнести. Голубика. Голубика всегда очень красиво. Голубика даже можно как декоративное растение посадить. Очень красиво себя ведет осенью. Листочки у нее очень красивые. Так. Декоративный барбарис тоже. Вот этот вот. Вот этот прям он очень красивый. Невероятный какой-то. Что? Что здесь? Что здесь? Интересно, со смородиной что здесь? Нормально, все висит. Подсыхает, но висит. Сейчас листочки опадут. И тогда уже птички быстрее все увидят и начнут ее клевать. Вон, смотрите, сколько смородины. Видите? В принципе, даже можно еще и себе немножко нарвать на чай. А вот здесь у меня всю жизнь были грибы. Но сейчас не вижу. А были грибы всегда. Не вижу. Ну ладно. Так, ну вот видите, погуляли с вами. Небольшой экскурс сделали по участку. Ничего не хочу в этом году. Чистить под зиму, поэтому, наверное, все это перенесу на весну. Пусть сад уходит. Пусть сад уходит в таком виде в зиму. Может, это и неправильно. Ну, что делать? Вот не хочу и все. Так. Айвы много. Ну, это тоже все замерзнет. Это уже все. Сейчас еще можно было бы, конечно, варенье сделать, но... Но, нет, я делать не буду. У меня сегодня по плану борщ наварить. Хочу котлеты рыбные сделать, свои любимые фирменные. Посмотрю. Планов много, как всегда. Но они бывают иногда, как у всех нормальных хозяек. Иногда меняются, корректируются, я называю. Вот, ну что... Посмотрели мы с вами на сад осенний. Листвы еще очень много. И... А там вон деть бегает. Деть бегает. Да. Они уже сюда все выбегают. И здесь бегают, играют. Полным ходом. Побежал. Ну ладно, дорогие мои.
всем мира, любви, душевного спокойствия, насколько это возможно. Не унывайте. В любом случае, все беды, несчастья когда-нибудь закончатся. Они не могут долго продолжаться. Поэтому все будет хорошо. Всех целую, обнимаю. А пока, пока.